Активистки Тюменского регионального отделения Союза женщин России продолжают оказывать помощь семьям вынужденных переселенцев из Донбасса. Сейчас, накануне 1 сентября, это особенно актуально. В рамках акции «Собери ребенка в школу» члены Союза женщин помогают закупить не только канцелярию, но и полностью подобрать наряд. Так они осуществили мечту 9-летней Ани, которая после долгого перерыва снова пойдет в школу. Очень приятно, конечно. Хочется вот выбрать самое лучшее, потому что я, как мама тоже двоих детей, знаю, как это важно. У меня уже, конечно, дети выросли, но я все равно знаю, что нужно школьнику. Вот мне идет, и мне очень нравится. Я хочу быть очень красивой к школе собранной, чтобы не отличаться от других и быть тоже красивой, как они.